Приветствую вас, Айша. Я думаю, что можно выделить некоторые моменты в вашем тексте, вот, которые могли бы прояснить немного ту ситуацию, в которой вы оказались, то есть могли бы прояснить ну, вот этот вот момент, который вы описываете. Вот, и, соответственно, можно было бы, благодаря тому, что обратить внимание на эти моменты, оказать вам некую помощь. Хотя, безусловно, здесь мне кажется, что есть некоторые нюансы, которые, скажем так, несколько усложняют оказание вам помощи. Первое, это то, что вы опасаетесь развода, потому что боитесь гнева Всевышнего. Я думаю, что именно этот вопрос вам нужно прорабатывать не с психологом. Я думаю, что именно этот вопрос вам нужно прорабатывать со священником, с человеком, который разбирается в вашей вере и который может дать адекватную обратную связь вам, именно ту обратную связь, которая действительно могла бы помочь. То есть это та обратная связь, которая соответствует, скажем так, запросу вашему. Я имею в виду, что, ну, разрешить вопрос веры, вот именно разрешить его, то есть у вас есть конфликт сейчас, у вас имеет место быть конфликт, и этот конфликт вам, понятное дело, нужно помочь преодолеть. Но поскольку где-то имеет место быть вера, то лучше, если человек, который, ну, окажет вам такого рода помощь, будет, скажем так, тем, кто разбирается в вопросе веры. Вот. Это то, что мне кажется первым, на что стоит обратить внимание. Второе. Ну, второе такое, знаете, скорее просто информация к размышлению. Вы говорите, что, значит, разрыв брака — это то, что порицается. И я безусловно, с вами не могу спорить по этому вопросу, но, а как насчет счастья? Как насчет счастья вашего? Как насчет счастья детей ваших, которые, безусловно, страдают из-за того, что вы с мужем своим, значит, ну, не можете, условно говоря, найти общий язык, что вы не можете, скажем так, как-то вот прийти к общему мнению по данному вопросу и так далее. То есть почему здесь у вас приоритет, приоритет отдается браку, но не детям,
детям, ни себе, ни своему счастью. То есть, на мой взгляд, любая вера, она своей конечной целью ставит именно счастье. Счастье, ну, каждого конкретного человека. Ну, как бы. А здесь получается, что ставится во главу угла счастье семьи. Даже не семьи, а некой такой, может быть, ячейки общества, которых, ну вот, как вы это видите, наверное. Вот. То есть, данный вопрос, на мой взгляд, нужно как-то поисследовать, потому что, ну, то, что вот имеет место быть, то, что происходит, мне кажется, это странным. Вот. Следующий аспект. Это чувство справедливости. Вы говорите, что вас это не волнует, вы говорите, что вас это не беспокоит, вы говорите, что, ну, родители, как бы, вашего, в частности, мужа, могут делать все, что захотят, и все, что хотят, вот. Но я думаю, честно говоря, что вы несколько лукавите в этом вопросе. Потому что, ну, мне так кажется, что вы лукавите в этом вопросе, потому что вам обидно, что справедливость не реализована так, как вот вы считаете, ну, как вы считаете правильно. О чем вы, собственно, и пишете в своем тексте, да, то есть у вас есть прямое указание в тексте вашего вопроса, что из-за того, что ситуация несправедлива, по вашему мнению, в этом контексте родителей, вам обидно, и это вас очень сильно напрягает. Здесь мне бы хотелось сказать следующее, что ваши представления о справедливости, они адекватны для вас, но не могут быть адекватны для других людей, и вроде бы вы это понимаете, вроде бы вы это понимаете, а вы, по крайней мере, говорите об этом, то есть вы говорите о том, что вот они вольны поступать так, как хотят, но я не верю в то, что это действительно ваши мысли. Я думаю, что ваши мысли все-таки другие. Я думаю, что считаете вы иначе. И вот этот момент, то, что вы считаете по-другому, он, ну, вызывает, наверное, наибольшие, пожалуй, вопросы. То есть я предлагаю вам пересмотреть такое вот восприятие справедливости здесь и сделать его, ну, может быть, более личным, более индивидуальным. То есть вот так, на мой взгляд, здесь нужно подойти к этому вопросу. Следующий важный момент, который я хотел бы озвучить, это момент, посвященный родителям. Не очень, честно говоря, понятно, почему родители занимают такое важное место в вашей жизни, причем как в жизни вашего мужа, так и вашей собственной, как бы, ну, вашем собственном пути, скажем так. Это, на мой взгляд, непонятно. Вы пишете о том, что ваши родители много помогали,
Вы пишете о том, что муж их не ценил. Вы пишете, что родители мужа вам не помогали, но муж как бы своих родителей превозносит, ваших родителей он не ценит. Вы знаете, как бы здесь, на мой взгляд, все упирается исключительно в представление о том, как родители должны вообще относиться к вам и к мужу. То есть, у вас здесь есть проблема с личной границей, эта проблема, она глобальная, потому что очевидно, что и во взаимодействии с мужем она также присутствует, данная проблема. Вот, но ответственность это то, что нужно исследовать, потому что ваши родители помогали вам, потому что хотели, потому что могли, его родители не помогали вам, потому что не хотели или потому что не могли, то в принципе одно и то же. Но обида, которая у вас есть, обида, и, на мой взгляд, чрезмерная благодарность к своим родителям мешает данной ситуации пройти адекватно. Вот. Также я, честно, не очень понимаю, для чего вам было приглашать его родителей, родителей мужа, к себе, к вам, где вы живете. Зачем? Для чего? То есть, как бы, какую проблему вы хотели решить вот данным аспектом? Для меня остается загадка. То есть, еще раз повторюсь, есть очень много родителей. То есть, как бы, ваша семья, она вот как будто вообще без родителей не может. То есть я понимаю, что родители это важная часть жизни. Но важная часть жизни для каждого из вас, не для вашей семьи. Между вашей семьей и родителями необходимы личные границы. Если этих границ нет, то будут, к сожалению, проблемы, которые у вас и возникли. То есть здесь необходимо говорить о природе значения или значимости для вас родителей, как его, так и ваших. И четкое понимание того, что люди делают, что люди не делают, как это воспринимать и как к этому относиться. На мой взгляд, это то, с чем нужно работать. Так. Дальше. Последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что ваш муж, он оказался очень зависим от своих родителей, очень податлив родителям, и, соответственно, оказался не способен говорить им «нет», не способен отстаивать свои позиции, ну и так далее. То есть ваш муж такой вот привязанный к родителям человек. И хоть момент этой последней, я не знаю, сколько я буду про него говорить, но несмотря на то, что это последний момент, это не менее важный момент. Потому что я не верю в то, что вы не знали, какой ваш муж человек. Я не верю в то, что вы не знали, что он такой чрезмерно зависимый от родителей. Я не верю, что это качество проявилось в нем только сейчас. И когда вы говорите, что прошел достаточно короткий срок вашего замужества, что он поменялся и так далее, но опять же, мне сложно поверить, что мужчина проявил себя вот с такой стороны, пусть, да, конечно, негативный, но с такой стороны, только сейчас. Скорее всего, какие-то проявления были раньше, просто вы отказывались это замечать. Не хотели это признавать. Почему вы не хотели признавать это? Это момент, который нужно исследовать. Почему вы не желали это признавать? Но, тем не менее. Как бы это уходит корнями в то,
как вы выстраиваете отношения с мужем. Это выходит в корнями в то, насколько у вас много общего с мужем. Это выходит в корнями в то, какие у вас чувства с мужем. Это очень все важные моменты, но судя по тому, что вы узнали о нем такие вещи, ну, вы, вероятно, не до конца, недостаточно друг другу раскрывались. Я уж не знаю о том, насколько это глобально. Дальше. Следующие моменты такие, они не показались мне слишком важными, но обратить внимание на них я все же хотел бы. В начале своего текста вы пишете о том, что вы придерживаетесь намаза, что вы там не пьете, не курите, не ходите по клубам. Мужчина, ваш муж этого не делает, а он ходит по клубам, пьет и так далее. У меня вот просто ощущение, что вы как будто бы обижены на мужа, что он не принял намаз в отличие от вас. То есть у меня сложилось такое впечатление, что у вас к этому негативные отношения. Я, конечно, могу ошибаться, но поскольку вы начинаете с этого, то это не может не броситься в глаза. Я думаю, что уместно вам просто подумать о том, вот вы пишете, что он не пришел к этому. Да, вот он не пришел к намазу. Вы хотите, чтобы он пришел к намазу? Если вы хотите, то почему вы хотите? Для чего вы хотите этого? Как вы относитесь к тому, что он пьет и так далее? Для чего вы сами пришли к намазу? То есть, по какой причине вы пришли к намазу? Это тоже очень важный момент и вопрос, который нужно раскрыть и проработать. По поводу того, что родители вам помогали, я сказал. Вы пишете, что факт несправедливости, да, отношение к родителям вас мучает, с этим нужно работать. Наверное, все, что можно вам сказать, да. Вы пишете по итогу в своем вопросе, вы пишете, как мне поступить, чтобы что, понимаете, то есть ваш конфликт, он носит теологический характер, это вопрос веры, ваш конфликт, это вопрос веры. Соответственно, психолог не рассматривает ситуацию с точки зрения веры, психолог рассматривает ситуацию исключительно с точки зрения науки, с точки зрения характера, отношений, в общем, вопрос веры психолог затрагивать не может. В данном случае мы могли бы об этом поговорить, но опять же, без обратной связи живой это, наверное, не получится. Вы просите, Айша, чтобы мы вам помогли, чтобы мы подсказали вам, как поступить, но это означает, что, по сути, вы хотите, чтобы мы за вас приняли решение. Я не думаю, что это хорошая, качественная, полезная позиция для вас. Я не думаю, что это правильно. Поэтому, пожалуйста, учтите данный момент. Я вас очень прошу. Вот. Сначала определите цель. То есть, то, что вы не можете понятно, то, что вы не хотите понятно. С вашими страхами перед Всевышним нужно работать, так что с точки зрения психологии это имеет довольно-таки нерелигиозный источник. С точки зрения психологии, опять же, нужно, чтобы вы определили цель, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. Это то, что нужно исследовать вам, нужно исследовать вместе со специалистом. Вот. Таким образом, можно заключить, что психолог не может давать советов, психолог может помочь вам принять какие-то решения, но не более того. Вот, подумайте, пожалуйста, над теми моментами, которые я озвучил. Надеюсь, что эти моменты
для вас будут значимыми. Вот, я верю, что, подумав об этом, вы сможете лучше увидеть ситуацию и принять более верное решение. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.